Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить эту игру. И, ребята, вот мы стали ассасинами, сейчас мы бежим на миссию, куда нам нужно. Это уже вроде, если я помню, вторая глава, да, какое-то там третье воспоминание, что-то в этом... В этом месте, где-то так, третье-четвертое воспоминание второй главы. Поэтому, ребята, бежим, куда нам там сейчас нужно. Оу. Туда ты нет, не можешь забежать. Ну, прыгай ты уже, чувак. Так. Да, не туда, да-да, в эту сторону, давай. Нет, сюда ты не можешь, значит, сюда давайте. Как можно быстрее, ребята, будем проходить эту игру, так как я хочу успеть пройти ее к выходу Far Cry 4. Far Cry 4 выходит 18 ноября, то есть, да, Assassin's Creed Unity вышла 13 ноября, а Far Cry 4 выходит 18 ноября, да, то есть разница там в неделю приблизительно. И, конечно же, нереально пройти Assassin's Creed там до выхода Far Cry 4 и вот это все, поэтому... Ну, хотя бы будем стараться, теперь? Не будем проходить дополнительные миссии, потому что Far Cry 4 и... я хочу уже поиграть, поэтому... Там, ну, где тебе скажут. И не болтай лишнего. Поиграем в эту игру пока что. Жажду служить. Что нам нужно? Сложность задания можно определить по индикатору. Чем больше бриллиантов на индикаторе, тем сложнее задание, сильнее враги. Уровень героя также отображается на соответствующем индикаторе. Приобретайте новые умения и улучшайте снаряжение, чтобы увеличить уровень героя. Сигнальный колокол в зоне. Ага. Вывести из строя. Убить. Ух. Первые, ребята, задания, связанные с убийством. То есть, пока что мы еще даже никого не убивали. Ау! Кто здесь? Погоди. Да твою ж... Он нас запалил? Не знаю, ну, в принципе, запалил, да, но ничего не сказал. Да твою ж. На тебе, зараза. А, все, убили, я как-то даже не очень заметил. А быстренько. Вот это. Сейчас куда? Ага, или все, только вот это нам нужно было. Господин Гийом де Руссель любезно согласился на наши 40%. От безысходности. А священник? Он передумает. Ваш оптимизм заразителен. Мои люди подготовят груз. Подробности здесь. И чтоб без сюрпризов. Как всегда. И чтоб без сюрпризов, осел. Да чтоб я... Сюда! Убили! Вот каналья, не ходят в одиночку. Ну... Убивать надо, пока он не начал. Убийство, орать. Убийство, это что не мы, знаете, делаем? Такой, как бы, такой проходит. Убил? Он убил месье де ла Сера. Дальше успеет пошел, то есть как бы ничего не было. Пока что. А что идем. Нам нужно? А, украсть. Совет ждет. Обыскать. Ага. Давайте дальше. Вы должны покинуть эту область. Чтобы выбрать дымовые бомбы, нажмите F, чтобы кинуть бомбу. Ладно, убегаем. Как можно быстрее, чтобы нас не заметили, хотя нас и так уже заметили. Вот зараза. Так, все. Сейчас сюда, через окошечко. У, не убейся. Так, сейчас нам... Да твою ж, нам вообще не в эту сторону нужно было бежать. Ну да ладно. Побежали туда. Еще 200 метров сейчас топать, офигеть. Ладно, побежали. Удерживайте, чтобы плыть быстрее. Ну, плыть нам не нужно. Не нападайте, я хороший. Я никого не убил. Я просто тренируюсь с пробежкой поутру.
поэтому не нужно, не нужно ничего делать. Почему они так сразу обращают на меня внимание, просто потому что я прохожу мимо? Сюда нельзя или можно? Стой, гад! Иди в жопу. Наглый. Все так обращают внимание, как бы я уже что-то сделал, или знают, что я ассасин, или что мне что-то мне нужно сделать. Черт, патриоты прицепятся к кому угодно. Смотри, чтоб не заметили. А, то есть они цепляются кому угодно? Не помешать, не попасться, все равно. Фанатиков меньше не станет. Всех не спасешь, щенок. Ты самого дружелюбия. Сейчас на нас, да, нападут? Экстремисты, отмеченные красным, терроризуют население, им платят тамплиеры, они могут узнать вас и атакуют любой части города. А! Вот сейчас все понятно. Ему перерезали горло. Сите. Топаем дальше, куда нам там нужно. Куда он вот этот бежит. Осторожней, зашибешь кого-нибудь. Не убейся, главное. Так, дальше бежим. Лишь бы только тебя удар не хватил. Ага. Дальше. Ну куда ты? Ух, что за сальто? Да как в эти окна забираться? Так. Во. Упс, упс. Дальше. Ух, нифига себе. Дайте мне пройти, ребята. Так, сейчас сюда, если я правильно понял. Ты сдохнешь, а я побегу дальше. Сейчас сюда. Куда он так быстро бежит, фиг его знает. Ну, то есть нужно за ним следовать, я не знаю, куда он идет. Ты сдохнешь, а я побегу дальше. Харе, давай уже, беги, мы поняли. Ну... Ух, нифига себе, сальто такие кидает. Бульба групповиков. Стража, отмеченная синим, всегда сперва атакует экстремистов, отмеченным красным. Не атакует их, чтобы избежать боя. А, ну ладно, тогда зачем? Ну? Сдохнешь, а я побегу дальше. Эх, чувак, ты, конечно... Так, нельзя перезарядиться. Запыхался? Да нет. Идти. Ну мы уже тут. Часовая загрузка или нет? Или сразу же? Нет, часовая, ребята, может. А, нет. Не-не-не-не-не. Идите в штаб-квартиру. Арно! Как жизнь? В магазинах вы сможете восстановить. Ага, понятно. Ядовитый газ, оглушающая дымовая. Ну дайте мне купить, не нужно эти... Так, во. Отлично. Что там еще есть? Оглушающая граната, кошелек, боеприпасы. Вот, все, можно купить. Боеприпасы нам нужны, ребята. Так как я смотрел, у нас нету. Отмычка. Ну, лекарство сначала. Отмычка, я не знаю, нужна ли, нет. Так, и нормально. Дальше? Покажем записи тамплиеров Мирабо. Еще три тамплиера. Но он не станет ничего делать. Это не мы. Бей своих, это... Так, да, как лечиться? Политики все такие. Он считает себя миротворцем. Я до сих пор не понимаю, как лечиться. Закончит революцию так, чтобы все были довольны. И кошек с собаками помирит. Как лечиться? Это такая тупая вот эта настройка. Я не знаю, как выбрать лечилку. То есть... сейчас слабы, как никогда. Но мы все вот, два раза нажимаю, оно не лечится. Потому что Мирабо осторожничает. Делассер считал, что перемирие возможно. Не знаю, конченое вот это. И что с ним стало?
Они сделали вот это, фиг его знает почему. Теперь таможня Франции может спать спокойно. Арпинон мертв. Шантажировать знатных пленников мелковато для него. Что задумали тамплиеры? Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром де Лассером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но он не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север. Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье де Лассера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия — это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Он готов. Хорошо. Ассасин. Ступай к собору Богоматери и отыщи там тамплиера Шарля Габриэля Севера. Выведай его тайны, а когда закончишь, упокой его душу, согласно нашим догмам. Так, часть третья, ребята, только что была вторая часть, уже третья часть. То есть более-менее так нормально продвигаемся. Как использовать лечилочку? Дайте-ка мне... Персонализация, параметры, настройка интерфейса, управление, чувствительность прицела, вибрация. А нахрена мне вибрация? Настройка управления. Вперед, пригнуться, взаимодействие, кинуть бомбу, использовать лекарство. Ну, я нажимаю Q, оно не используется. Перезаряжение, ага, буква Z. Использовать навык R, карта. Призрачный клинок, клинок берсерка, оружие дальнего боя. Ну, я нажимаю Q, оно ничего не работает, ни хрена. Вот, нажимаю Q, не работает. Нажимаю еще раз Q, опять не работает. Привет. Ну, фиг его знает, как они сделали вот эту лечилку, потому что я ни хрена не понимаю, как ее включить. Q, я нажимаю Q, но она почему-то не хилится, или просто вот тут хилиться нельзя. Сейчас на улице попробуем. Потому что здоровье у нас же не по фулу, там у нас чуть-чуть есть здоровье, чуть больше, чем половина. Поэтому я не в курсе, ребята. Я даже другую бомбу не могу выбрать, то есть смотрите. А, нет! А сейчас как? А вот сейчас уже могу. Ну, ладно. Так, куда нам нужно? Нам нужно на другую сторону. Вот туда нам нужно. Ну, давайте, ребятка, еще одну миссию пройдем. Это уже третья глава. Мы прошли, то есть, 2 главы, начали уже третью. Ну, если тут приблизительно глав так 15, то более-менее мы так продвигаемся. Я не думаю, что тут будет охренеть. Незаметно убейте. Это не незаметно было, но да ладно. Ладно, бежим дальше. Заметили нас, ну да пофиг. Давайте бежим на миссию, то есть бежим туда, куда нам нужно, чтобы как можно быстрее пройти вот это все. Если пройдем, будет замечательно. Потому что миссий тут будет дофига, мне так кажется. Но это же Assassin's Creed, он проходится за часов так 20. Поэтому это действительно много. И нужно... Так, куда нам? Нам туда наверх. Давайте забираемся. Поэтому как можно быстрее нужно все это проходить. Не нужно отвлекаться на сторонние миссии, на сторонние задания. Сюжетную линию пройти, да и все. Так, давай быстренько. И ты тут опять, да? Да, давайте. Второе воспоминание. Давай.
Что делать? Что делать? Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Любая цель достижима. Дороги, живо! Где носят Дюшино? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Скажи Северу, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Поры! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизнью? До Альтаира в Леванте так и делали. Эльтаира? Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин. Убейте Севера. Следуйте его, создайте возможности, уникальные убийства, секретные входы. Ладно, продолжим. Так, он там внутри, нам нужно туда забраться. А как нам туда забраться, нужно как-то смотреть. Давайте, ребята, поищем вход туда. Я не знаю, тут есть ли... Через окно вряд ли тут есть вход, поэтому давайте-ка мы... Как-то мы через парадный вход пройдем, да и все. Ага. Фиг там получится вот так пройти. Убийство, убийство, помогите! Зря мы, конечно, нарвались на вот этих всех, но... Главное, чтобы нас не убили. Да твою ж! Так, еще вот этого. Отлично. Перебили такое нормальное количество. Этих тоже перебили. Да как вы через стены стреляете? Как нам через главный вход залезть? Ладно, давайте-ка, может, попытаемся обойти. Я не знаю, перебили кучу народа, сейчас только пытаемся обойти. Может, там через крышу какой-то вход есть? Может, нету? Я не думаю, ну давайте попробуем. Потому что тех на входе мы фиг перебьем, у них там пушки, а с пушками они такой большой урон, ну, как бы, делают. Запретная зона. Ну, это понятно, что она запретная. Просто я не в курсе, как нам лучше туда пройти. То есть, через главный вход не получится. Фиг, ну фиг его знает, сейчас попробуем, просто у тех пушки, и они очень больно так ими стреляют, поэтому я даже не знаю, ребята. Ну лезь ты уже, ну почему ты такой полчаса думаешь? И он сюда не может залезть, да? Третий раз такое случается. О, тут вот этот чувак, у которого ключи украли. Может быть, новые ключи сделать? Нет, глупости. А где он?
Ну как я теперь без ключей? Ну и молодежь пошла. Ужас. Боже, спаси нас от умников. О, ключи через вот эту. Вот ведь негодяи. О. На меня напали грабители и отобрали ключи. Как мне чистить водосток, если я не могу попасть на крышу? То есть мы через крышу. На меня напали грабители и отобрали ключи. Как мне чистить водосток, если я не могу попасть на крышу? А где тот, который ключи украл? Короче, сейчас мы вас перебьем вот так, да и все, что мы будем. Притормозите! Ладно, так не получится. Ищем другой путь. А таким способом? Если мы сейчас ключи украдем и через крышу проберемся? Так, ну, зато мы хотя бы ключи украли, сейчас как-то попытаемся вот туда сверху через крышу залезть, потому что я уже запарился это проходить. Еще игра такая лагучая, что прям не дает сосредоточиться, чтобы прям, я не знаю, лучше сообразить, что делать, потому что действительно тормозить иногда. Это сама игра, а не... Так, я вообще правильно? Да вроде правильно. Так, ладно, давайте быстренько заберемся туда наверх. А почему ты тут забираться не хочешь? А, вот, вот сюда можно. Ну, залазь. Сейчас через крышу мы попытаемся как-то залезть. Фиг его знает как и что нам, и что нам там нужно будет делать. Да хорё уже долбить. Спасибо. Храни тебя Бог. Ну, вот мы и внутри, только через другое... Через другой вход. Поэтому сейчас нужно как-то по-другому нам. Не убивать всех подряд, а реально по стелсу, но это очень тяжело. Тут куча охранников. Вот еще один. Там я еще одного вижу. Тут еще один. Его тоже нужно как-то... Главное, чтобы там еще один не вышел, было бы вообще замечательно. Так. Тут никого нету, да? А вот тут и через окно можно войти, но там нужно как-то постараться открыть замок, то есть заломать, да? Не оборачивайся, пожалуйста, не нужно. Твою! Именно тогда, когда я подошел. Фух. Так, как бы сейчас его убить? Я понимаю, что мы можем просто на него сверху прыгнуть, да и все, но если... А если куча вот этих стражников набежит? Крепнуть во славу Господа, вера твоя. Да обретешь ты благодать, истину
С этой стороны кто-то есть? Твою... Не надо палить, пожалуйста. Не надо палить, пожалуйста. Ну, иди. Не в эту сторону, чувак. А в другую. Ты лагосин, а не ассасин. Не приснилось. Вот просто, ну я не знаю, ну как-то... Так, он там ходит, то есть... Ну почему ты туда лазишь? Ну я же не... Чувак, ну не подведи сейчас, потому что я не хочу еще 30 раз проходить эту игру. И приведут на святую гору твою, и в обители твои. Помощь наша в имени Господа, кто сотворил небо и землю. И подойду я к жертве. Ну почему ты туда прыгаешь? Ну не нужно туда прыгать. Залазь наверх, дебил! Как меня эта игра бесит, ребята, вы себе просто не представляете. Даже не успел сосредоточиться и что-то сказать. Хотя бы убили, я уже запарился проходить эту игру. Не игру, а эту миссию. Почему он прыгает вниз, если я не прыгаю вниз? И потом он назад не может залезть. За мной. Вот голубец, придушить бы его. Ну, зачем меня было тревожить? Я буду дочери на... Что с вами? Слишком много шампанского? Себе, уходи! Так, покиньте область. А вот этим пофиг, да, они там стоят, ну да ладно. Убил да убил. Сейчас, ребята, вообще пофиг, бежим куда. Лагосин, пожалуйста. Фуфи куда? Все? Свалили? Продолжить. Все, ребята, давайте на этом закончим. А хотя нет. Чё там сейчас? Тут епископ. Сервак сканирует. Абстерго вас ищет. Они близко. Вот черт. Откроешься?
Ладно, ребята, на этом давайте закончим. Я немного уже мозги себе потрепал с этой игрой, потому что глючит так, что это сдуреть можно. Сама игра, я не знаю, почему такая хреновая вот эта настройка игры, но давайте на этом уже, ребята, закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.